Сейчас буду делать другой вариант вообще. Понимаете? Да, вот рулон просили замерить и крутить. Это концепция, это само, это эскизик. Это эскизик. Взгляд олицетворяющий, что ты там. Но невозможно в таких маленьких размерах сделать то, что будет потом трехметровое, понимаете? Вот. Это эскизы, это наброски, это такие черновые, рабочие такие моменты, варианты. Вот это тоже сделалось точно так. И теперь это самое. Обязательно берут в профиль. Ну почему они анфас не возьмут? Я анфас не знаю, это так фотографируют. Нет, это может быть умысел у товарищей такой. Знаете, а как сочетается мастерок и цветы? То есть нормально. Таким образом. Девушка с цветами всегда сочетается. И с мастерком тоже. Мастерок видать. Молодая, красивая девушка, вот, да она без вот цветов анфас не смотрится. Сделали совсем другой. Да, дело. Да, конечно. Потом, вы же помните, это все делалось из гипса сразу. Это не из глины, не из пластилина лепёстки. А делал я из гипса. А с гипса с ним очень тяжело. Это нужно морозить, потом резать. Ну, вы знаете, что такое гипс, да? Твердый, искусственный камень, достаточно твердый. Поэтому это делалось решение общее, концепция, о чем и был разговор. Да, первый вы нам привозили из этого. Он, да, ну он хлипенький был, переделал и так далее. Сейчас вылеплю из глины, уже в динамике, в движении, они будут все на разных уровнях, понимаете? Вот. Он будет уже монтажный, как вы хотели, с забралом, сварщик, с открытым. И так, то есть где-то висеть ну, там. Это на... не все. Да. То есть будет поинтереснее. Будет небольшого размера, вот таких размеров. Но это каски, за эскиз. Замечание было, каски должны усилить. А у него вот в руке каска? Она в руке у него. У него в руке вон она там каска. А у женщины он ее просто снял. А у женщины косыночка. А у нее косыночка, она штукатур. Ну, да, здесь еще вопрос. Девочка, молоденькая, что после ПТУ приехала. Вот. Так что это как раз плохо. Сбежала. Ну да. Это как раз плохо, что после ПТУ. Она стоит вот отдельно, как-то она как сирота. Нет, они в куче, они как раз на три стороны. Здесь я же привязал к месту. Здесь туда, сюда и сюда. Понимаете, да, на три стороны. Да, задний план там зеленая зона. Они, поэтому композиционно они в куче. Три человека стоят. Не обязательно, чтобы они держались за руки, понимаете? Они рядом. Мы же не держимся, мы стоим, у нас уже коллектив. Ну как, планшет можно заменить? Это рулон? Да, конечно, конечно, все это поменяется. Это же рабочий вариант. Одним словом, там замечаний мы много делали. Да, я просчитал. И хороших замечаний. Есть и кое-что хорошее. На улучшение направлено. Да, конечно, если это все нужно. Это все нужно мне для работы. И так далее. Я же тоже из той эпохи. У меня тоже есть комсомольская путевка, понимаете? А я же тоже, мне 57 лет. Я же тоже не молодой, понимаете? Я же советский. Это, ну, может, конечно. Я выгляжу моложе. Я через 3 года на пенсию, через 2,5 уже. Так что все нормально.